Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. Так, у нас тут очень много заданий всяких разных. Есть у Тинсея, есть у той девчонки-охотницы, и тут в пещере тоже есть какие-то задания. Так, надо будет все посмотреть по очереди. И снова, наверное... в пещере, по-моему, там этот с бомбами. С племени, да. Сейчас посмотрим, какое задание он нам даст. Да, точно, это он. Сейчас посмотрим, что нам предложит. Чарш михи шаха. Надо маривальха. Сарта гуаргвай. Надо бы ему построить какой-нибудь домик. Нормально было бы. Во. Так, мне не хватает северной глины. А северную глину можно бы достать. Далеко мне придется идти-то за этой северной глиной. Вот где-то здесь она, вроде бы. Так. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там с другими заданиями, а по пути разберемся с этой глиной. Так, у нас тут снова охотница, как в предыдущей серии. Она все сидит, сейчас, наверное, опять будет нас груши кидать. Мама в поди. Ноги мамонта. Беспорядок, смотри, какой, блин, бабой себя называешь. Ужасный волк. Поймать его, что ли? Без проблем. Так. Охота на кровавого клыка. Мне это нравится. Надеюсь, что-то полезное от него будет. Так. У меня всего хватает, по-моему. Обычная дубинка мне нравится больше. Так. Все на месте. Есть. Приманка, ловушка. Все. Побежали за зубастой тварью. Я, блин, прям паркурист, блин, какой-то. Все, мы вышли с нашей территории. И тут уже начинаются всякие разные зверьки. О, что-то лагает немножко. А, волчарка мой. Мешок нам не нужен. А вот палочки пригодятся. И животные нам не нужны никакие. Ну, нужны, конечно, только их искать нужно. Это дело я не люблю. Походу, если... Ой, не понял, а что тут кровь-то? Так, кабанчики, козлики. Это что? Это кабанчик. И он нам тоже не нужен. Так, я слышу какие-то крики. Думаю, где-то сражаются наши... с чужим племенем. Так, ты что тут? Я там не был еще, надо будет как-нибудь проверить. Кабанчик. И где-то я слышу леопарда. О, динго. Что за животное? Я быстрее не бегаю. Так, это что там лазит? Чего сказал? О! Догоняй его! А хотя нет, да ну, время на него тратить еще.
на эту шкуру. Так. Вот. Цель большой охоты находится поблизости. Сомневаюсь, что я обойдусь одними стрелами. Возьму-ка я лучше копья. Так, еще выше, что ли? Да, забрался он на высоту немалую. Царь горы, блин. Так. Че, бегать что ли это все? Ради какой-то шкуры. Столько бегать. А бидончик-то тут неплохой, я вам скажу. Очень даже. Нравится мне. Так. Вроде... Ага, вот здесь можно залезть. Лезь давай. Так, фу, что за руки? Так, пещерка. Пещерка это... Так. Чё, мой волк останется там? Блин, это плохо. Так, что тут у него есть? Так, он себе еще и костры разводит. Умный песик. Так. О, ты как залез? Так. Ничего. Моего пса, наверное, без палева с собой есть этот. Веревка. Как он от меня скрывает это. Так, что-то уже приближаюсь. Так, эта шкура сказала, что это волк, но по картинке вижу, что не волк. Скорее, какой-то опасный саблезубый тигр. Один из тигров, вернее. Так, лезь давай. Ну, в любом случае, сейчас будет видно. И это будет редкая шкура, если вообще будет. Так. Прибежать. Куспа Марти! Такой, не сказать, что прям большой. Такой средненький. Так, включаем наш. Так. Сколько крови, блин. Охота на кровавого клыка. Да без проблем. Так. В тайнике тут ничего нету. Блин, ну и крови у него. Так, некоторые крупные звери можно приручить, но сначала их нужно победить. Понял. Если вы погибнете, урон, нанесенный крупному зверю, сохранится. Исследуйте зону на мини-карте со следами, оставленными крупным зверем. Так, а если я его победю, он разве не умрет? И как я его буду переручать, мертвого? Ну, видно будет. Исследуйте область. Так. Так, ты кушать хочешь, нет? Так, там крики какие-то. Он, наверное, опять кого-то убил. Падла такая. Это явно не мои тотемы. Так, тише, тише. Зажигай. Вот так. Нам тут всякая вуду. Фигня не нужна. Так, вон там кто-то... Какое-то племя. Явно не мое. Вот, гори. Зачем здесь канат, если можно так? Блин, ну и тотемы они делают. Так, не сюда. Да, вот следы. Сейчас, прежде чем убить их, мне нужно будет
То есть, прежде чем убить его, мне нужно будет убить вот этих всех на аванпосту. Да? Так. Тихо, тихо, тихо. Так, где ты? Вижу тебя. Уходи далеко. Да блин. Какого черта? Ладно. Стрелять сдалека это не мое. Тихо! Эх ты, черт тебя побери. Так, нам сюда. Или все-таки освободить аванпост, не знаю. Так, вот там, ребятки. Давай лечись, лечись, лечись. Еще лечись. Ладно, с аванпостом разберемся потом. Это будет долго, у нас тут задание чрезвычайной важности. Давай, клык, сюда. Что-то его побили уже. Блин, прям кровавые следы оставляет за собой. Асар Дантан. Удам Чагуан. Асар я. Урги. Дакиси Трамваш. Да. Тут еще проходимец. Где ты? Теперь ваши тайники доступны ежедневные. Да это... Ясно. Так, палки. Где мой пес? Иди сюда. Его вылечить нужно. Туши. Так, отлично. Волчару мы вылечили. Где? Куда? Сюда, туда. Так, вот следы. Идут туда. Так, это сланец. Блин, как далеко ушел-то, урод. Еще один мертвый. Дантан Сварга. Нава Урги Найминам. Так, он что, болеет? Так, что-то не понял. А, костер. Так, а куда идти-то? Вот здесь я посмотрел. Так. Я здесь был, что-то не понял, куда идти? Я не вижу его следов. О, кости не нужны. Так, костер. Где ты, падла саблезубая? А, вон внизу вижу. Вон там. Так. Я прям мастер скалолаз. Так, 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 сюда. И снова следы. Он очень далеко ушел. О, медведь. Так, Мишка. Надя. Держи. Куда пошел? Куда бежишь? Блин. Где ты? Так, что такое? Уинджа Гуарас. Дантан Асар Урги. Так, он поранился. Так, вот ты где. Держи. Все, вернул мне мои копья. Так, его ранили, это плохо. Или хорошо, я не знаю точно.
Для него плохо, для нас хорошо. Нам же его поймать все-таки нужно. Так. Птички нам не нужны. О, носорог. Нам нужен был носорог, по-моему. Ну, нужен или нет, я его убью. Жив. Да, все. Понял. Куда пошел? Стоять. Давай. Так. Извини, дружище, я думал, это было копье. Я не хотел тебя с дубинки. Так. Шкуру вроде сняли. Волка мы вылечили. Так, все готово. Ну и все, пошли дальше по следам. Копия есть, лук есть. Навыки у нас появились. Это что такое? Тащить и кидать. Позволяет целиться и метать дубинки и копья во время перемещения тел. Это... Так, кошки мне не интересны. Ну давай вот это. Это будет полезней. Я с волком хорошо справляюсь. Так. Ловушка. Да подвинься, блин. Идиот, подвинься, я тебе сказал. Так, это наш клык или как? Или нет? Так, ну нам туда. Так, так. Ну, думаю, это уже он. Ага, ловушка на крупных зверей. Во время охоты на крупных зверей на карте отмечены места, где можно ставить ловушки. Подойдите к указанному месту и используйте ресурсы. Попав в ловушку, крупные звери будут ранены или ненадолго обезврежены. Понял. Опа. Это что такое? А, носорог. Носорожек ты наш, любименький. Держи копье, держи. Все, один готов. Ой, бегут. О, это типа ловушка сработала. Ничего себе, круто. Так. Копия, мы ее не вернешь? Блин. И ловушка. Ой, блин, волчара туповат. Так, и этот дебил теперь не отстанет. Да отойди от меня. Я тебе стрелу тебе взад. Ну все, блин, у меня довольно-таки много уже шкур появилось. Так.
Надо будет его ввести сюда. А, интересно, я сам в них не попадаюсь? Нет, не попадаюсь, это хорошо. Так, понял. Ну что ты наделал? Кто тебя просил? Я хотел сюда льва привезти. Ну эту. Куйкастую. Тварь. Так, тут племя какое-то. На кого рычим? А, это наши. Блин, я след потерял. Нет, не сюда, не то. Так, где это? Блин. Так, вот след. Он ведет. Ведет куда? Не вижу. А, поговорите с охотниками Бинджа, понял. Так, ладно, тогда поговорим. Найдите место для сна и отдохните. Да, без проблем. Сейчас наберу только себе побольше всего. Так. Все, понял. Больше ничего нет. А теперь поспим. До заката. Раз он приходит ночь, то спим. Вот и ночь. Так. Теперь на... Подготовьте ловушки до для кровавого клыка. Так, две есть. Три есть. И все. Так, все. Теперь ждем или как? Больше нету. Так. Туда. Или они напали? О, вот он. Эй, тише. Так. Так. Блин. Попал. Так, держись, песик. Так. Идем теперь на охоту. Закрывал. Ага, вот он где. Мочи, тварь! Ага. Не так уж просто так. Надо его ввести в ловушки. Бежит? Бежит. Беги за мной. Давай, давай. Тварь, куда тебе? Всё. Так, где-то еще ловушка была. А, что такое? А, он убегает. Блин, все, ловушек не осталось, очень жаль. Но мне нужны палки для копий.
блин, сбежал. Найдите место для сна и отдохните до следующих... Блин, чё, серьезно что ли? Если за раз не поймал, то все. Это вообще не дело, ребята. Ладно. Спать до рассвета, спать до заката. Ну давай. Долго придется спать. Вот и рассвет. Что-то в тайнике у нас появилось полезное. Надо это обязательно забрать. Так, так, так. Отлично. Сейчас посмотрим, что мы можем улучшить. Это что? Ремень для копий. Теперь я могу носить 6. Отлично. А, и все, больше не могу. Это максимум. Ну и то хорошо. Хотите целиться, точнее удерживайте, чтобы достать стрелу и отпустить, чтобы выстрелить. Все, понял. О, ловушки. А, пришел. Бежи, копье тебе взад. Тапнул. Не уйдешь. Блин. Ну чуть-чуть осталось. Не отпускай его. Не дай ему уйти. Блин, как он быстро бегает. Ага, вот еще ловушки. Так, ну я тоже могу чуть по-быстрому побегать. Так, 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 давай, давай, давай. Вот, почти догнал. Ну давай уже, где ты? Так вот. Не уйдешь, падла. Совсем чуть-чуть осталось. Перепрыгивай давай. Попал. Так. Ну вот он быстрый. Пещеру свою залез? А, понял. Напасть на него в логове. Хорошо. Так, тут ловушки. Сразу их поставим. Ага, вот ты, падла зубастая, иди сюда. Вот ты все, ну а тебе тварь такая. Приручить. О, что было, я твою внутренность видел. Че, серьезно что ли? Вы видели его глаза там? Я видел. Так, вот и у нас теперь есть. Клыкастый дружище. Он будет посвирепее, чем волчара. Ну, волк мне как-то поближе. Так, на нем еще покататься можно. Ласкать, да ну тебя ласкать еще. Урод. А ну-ка, поймай мне быстренько.
ничего даже поймать не можешь. Вот молодец. А мой волк бы сразу справился. Ну вот такие вот дела. У нас появился волк. Ой, то есть клыкастый урод. Это что такое? Кулинар. Эффекты от пищи длятся. Хорошо. А это кошачий. Кошачий мне не нравится. Так. При изготовлении стрел в селекторе оружия позволяет создать 8 стрел вместо 4. Отлично. Только нужно 4 очка. Так, возвращаемся в деревню. Да, в деревню. Хорошо, вот так. Вот мы и прибыли в деревню. Сейчас надо будет посмотреть. Я камни, по-моему, не брал, но... Что-то светится прям. Активно задание, вернее. Посмотрим, может... А, вот. Вот и все. Мне нужна была глина, не камень. Теперь у него есть пещера, свой тотем. Он теперь очень крут. Но никто не танцует. Ничего, он свой пацан. Отличный навык удан. Хорошо. Какие там навыки появились? При изготовлении бомб в селекторе 2 так позволяет получить еще меньше урона. И первобытное исцеление. При исцелении восстановится одна ячейка здоровья, больше вплоть до 3. Все способы лечения в меню еды. Хорошо. Пока ничего улучшать не будем. Припасов маловато. Так. Пройдем еще какое-нибудь задание. Вот, например, говорить. Ты охотница получше меня будешь. А кто саблезубого поймал? Так, отлично. Задание добавлено. Блин. Ага, и мамонта приручить, и волка. Ладно. Их будем приручать в следующей серии, а сегодня обычное задание. Вот такое. Охотница Джейд. Отправимся поближе. Зачем туда зря бежать? Вот мы и дошли. Так, что у нас есть в тайнике? Была бы кнопка, чтобы забрать прям все необходимое, а не выбирать. Было бы намного удобнее. Так. Все. Ой, блин, там, по-моему, что-то было в конце. А, нет, показалось. Так, навыки. Мне нужно вот это, скорее всего, да. Андреас, для стрел это будет хорошо. Опытный лучник. Прицеливание из лука с помощью правой кнопки мыши станет значительно проще. Ну, или это, или то. Что-то одно выберем. Блин, ты большой урод. Еще и покоцанный такой. О, с бородой. Красавчик. Так. Ой, не то. Вот карта. И нам сюда. Все, тогда пошли. Так. Все нам нужно, все пригодится. В реке, по-моему, есть крокодилы. Блин, плыть долго. Ну ничего, плыть. По-моему, в реке есть крокодилы. И те рыбки зубастые. Ладно, не буду тебя мучить. Охота, конечно, на саблезубого удалась очень даже неплохая. По-моему, на нем еще можно ездить, если я не ошибаюсь. Точно не знаю, конечно.
Так, быстрее давай. До берега. О, крокодил. Он убьет? Нет, не убивает. Жми быстро на Т, жми давай. Сдохни, падла, сдохни. Вот так вот тебе. Все. Теперь твоя шкура моя. А ты что, стоял, смотрел, что ли? Ну ты даешь вообще. Так, тут всякие обезьянки. От них толку никакого. Южный камень. Так, бежим, 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 бежим. Ты что? Это нам тоже. Так, вот. Пошли, почти дошли до задания. Южный камень. Южных камней тут, смотрю, многовато. Это очень хорошо. Так, вот еще. Это глина, по-моему. Нет, это пыль. Вон там сланец, сланец, сланец. Нужен так. Вот и задание. Великий зверь. Интересно, что за зверь. Или медведь, или... Хотя вряд ли мамонт, или... Вряд ли медведь. Это отдельное задание, думаю. Надеюсь на это. Потому что охота очень даже мне понравилась. Блин, долго бежать. Так, посмотрим. Куда мне вообще, куда это? А, вот сюда. Ты уже кушал, не смотри на меня. О, носороги. Но мне не нужны. А здесь я, по-моему, был. Это где я спасал этого, да. Да, точно. Или нет, 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 не то место. Гуарпати, пока. Мама в шанти. Поговорите с главной охотницей. Главным охотником. Все, поговорил. Че теперь охотиться? Сразу бы сказали, кого мне убивать нужно, и все. А то побеги туда, побеги сюда. Так, доберитесь до мамонта. Все, до мамонта добрался. Убить его надо, да? Держи. Так. Оу, с одного удара уложил моего этого кастового. А вроде выглядел опасно. Эй. Ты так за мной не ходи. И этой своей... Огромной точкой ко мне остановись. Куда пошел? Я тебя не отпускал еще. Блин. Да что такое, в мамонта попасть не могу. Ты сдохнешь сегодня или нет? Может полить его вообще? Давай подожжем стрелу. Держи. Вот гори. Блин, сколько стрел. Если ваш зверь погибнет, оживите его в меню зверей. Хорошо. Че, оживить можно уже? Так, где он? Вот он. Так, нападай. Да нападай на него, что ты встал-то? Не понял, что значит провалено? Это что было? Заманите мамонта к охотникам. А, вот оно что. Блин, а я его убиваю. Все, давай иди сюда тогда. Вау! Ты бежишь? Ноги мамонта, блин. А вот почему она говорила про быстрого охотника и что такое. Так, убейте мамонта. Блин, я его и там мог убить. И убил.
Если б не вы, придурки. Эл! Держи дистанцию! Так. Залезу-ка я вот сюда. Попроще. Ты чё, ко мне идёшь? Больше никого не нашёл. Так, чё в тебя кинуть-то? Так, это чё у меня? А, бомба. На тебя бомба. По-моему, мне от неё хуже, чем... А ты вообще откуда взялся-то, идиот? Себе. Так, снять шкуру с мамонта. Это хорошо. Ой, я что, со своего зверя, что ли, снял шкуру? Но это не совсем круто. Так, действие. Ну и все. Так, изготовление. О, отлично. Пещера такая улучшена, южный камень и все такое, пыль южного камня. Теперь мой лук улучшен. Очень высокая скорость стрельбы. Урон 4, точность 7, скорострельность 8. Это не может не радовать. Так, это что такое? Убийство моментальным ножом. Метательным ножом, то есть. Пардон, друзья. Наездник. Так. Я смогу теперь бегать со своим этим тигренком. Короче, двойная дубинка. Ладно, это улучшим в следующий раз. О, его колбасит. Так, ладно. Я думаю, на сегодня хватит. Продолжим в следующей серии. Всем удачи и пока, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.